Сломался лифт, ночуй на улице. Наталья живет на 14 этаже в доме на Днепропетровской дороге. Женщина может передвигаться только с помощью инвалидной коляски. По возвращению домой после субботней прогулки она столкнулась с проблемой. В ее доме перестал работать лифт. Тогда решила позвонить коммунальщикам. В ответ наткнулась на грубость. Подробности знает Нарина Щеглова. На поселке Котовского женщина с инвалидностью не смогла попасть к себе домой из-за сломанного лифта. Коммунальщики чинить лифт отказались. В итоге женщине пришлось ночевать в гостинице. Я позвонила в лифтовую, попросила о помощи, чтобы нам включили лифт. Мне объяснили, что лифт не работает и сегодня уже ночью никто его делать не будет. Выезжает только на застревание. Попытались объяснить, что раз я на коляске, я должна думать и не выезжать из дому, потому что лифт может поломаться. Мы позвонили ОББ, ну, наш этот представитель Штефанец. Он нам в грубой форме отказал. Сказал, какого матом. Вы шляетесь после 20:00. Мы за 1600 гривен переночевали в гостинице. Ну, естественно, вернулись в субботу, в воскресенье сюда в 10 часов. Ну, лифт уже работает.